успел в Москве отгреметь первомайский военный парад, как уже полным ходом идет подготовка к праздничному шествию в честь запуска нейросети «Коллектив». Торжественное мероприятие пройдет на Красной площади. В воскресенье 12 июня, за день до всеобщей полимеризации, который также объявлен праздничным днем. Вместо военной техники по улицам пройдут все доступные модели роботов. В небе вместо авиации поднимутся дропы и сипухи со специальной пилотажной программой. Парад будет транслироваться по всем теле- и радиоустройствам. Короче, ребята, добавляемся в виш-листы, блядь.